Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И сегодня я хочу поиграть в игру Get Even. Совершенно ничего о ней не знаю, поэтому буду знакомиться вместе с вами, с ней. Давайте попробуем. Что это, сложность? Сложность мягкая, либо болезненная. Давайте мягкую, я не люблю, когда сильно сопротивляются. Да, я уже начинал игру, только чтобы отрегулировать настройки. Да, начнем. Представления не имею, о чем здесь. We will be recording, as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is right. I need a decision now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Okay, I'm ready. С вашего позволения, я буду стараться читать максимально все, что написано. Ну и не пропускать. Потому что в прошлой игре я очень много пропускал и потерял очень много сюжетных... Ух ты, я и забыл, как здесь красиво. Да, очень. Save the girl. Спасти девушку. Какую девушку? За пределы этой комнаты я даже не выходил. Квадратные листья. Что ж, это единственное, что из графики мне не понравилось. Да, в прошлой игре я очень много сюжетного потерял, когда пропускал. Но здесь я хочу побольше изучить, побольше посмотреть. Ну и показать вам. Так, у меня в руках смартфон. С управлением я могу ознакомиться... меню, но мне это не нужно. У меня в руках геймпад, на котором есть куча кнопок. Так, это прицел, это ничего, что это? Так, пока не буду это трогать. Уже сбил. Ладно, что у нас здесь? То же самое. Немножко изучу управление и можно будет идти. Так, это бег. Это у нас не работает. Ух ты. Ага, это переключение быстрое, это увеличение. Я понял. Так, Black. А как приближать? Ага, левая кнопка. Black, не приближайтесь к месту обмена. Девушка у нас, вам ее не спасти, не вмешивайтесь. Но он же сказал, что ему нужно найти девушку. Время 8:32. 20 июня. Так, это у нас активация смартфона. Присесть. О, неплохо. Но я пока не буду пользоваться. Угу. Как вернуть смартфон? Эй, верните мне смартфон. Ага, удерживать, я понял. Что за режимы? Режим сканирования. Хорошо. Тепловизор. Тоже неплохо. Это у нас, видимо, девушка, которую надо спасти. Фонарик. Скорее всего, ультрафиолет. Карта. Наверное, я оставлю карту. Что ж, поехали. Так, управление X. Ух ты. Здесь красиво. Настолько, что подвисает. Что это было? Эй, ты меня не тронешь? Пока я ничего не понимаю, но... Да что это за звуки? Ну, постараюсь не лезть на рожон. Пока меня не тронут первым. Так, ладно.
Да, я понял, что можно взять оружие. Но я его не хочу использовать, кто бы ты ни был. Пока мне никто не навредил. Спрячем оружие. Где этот вертолетик? Видимо, улетел. Что это за место? Зеленые индикаторы. Где? Ага. На экране смартфона я понял. Чем я ближе, тем ярче он горит. Это ты летал? А как ты сюда залетел? А, ну там открыто. Понятно. Так, что мне с тобой сделать? Просканировать, да? FDG drone flight control aboard. This is military grade. Военные. Кто главный герой? Интересно. Что он здесь делает? Он из каких-то служб? Может быть. Зачем ему еще спасать девушку? И откуда у него такие новомодные гаджеты? Да и оружие у него неплохое. Спецагент, точно. Что случилось? Почему заиграла музыка? Ага, опять индикаторы. Что это, кровь? И куда она ведет? Пока не понимаю. Здесь открыто. Может быть, отсканировать? Да. В смысле, не обнаружен. Вот же он. Да как так? Надо максимально DNA приближать. Shit. Кто там стучит? Мне было достаточно поиграть в обсервер. Что это? DNA found. Female. Ага. Видимо, это та девушка, которую Where я ищу. Так, здесь больше ничего. Так вот, в обсервер все эти звуки, они предвещали беду. Я прям не очень хочу ни с чем столкнуться. Здесь кто-то был. Прям вот очень недавно. Раз сигарета дымится, значит, кто-то здесь был. Cigarette. Partial fingerprint found. No matches in biometric database. Изумительный отпечаток, которого нет в базе. Надеюсь, меня не будут встречать монстры. Здесь ничего пока интересного. Better keep quiet. Согласен. Спрячь свой смартфон. Эй, парень, в кого ты стреляешь? Ты любовник твоей жены? Что, придется тебя убить, да? Надеюсь, я тебя не убью, а всего лишь оглушу. Ну, было похоже на оглушение. Так. Это не берет. Можно тебя сфоткать на память? Что у тебя за форма? Военная? Пока непонятно. Ладно. Я же только что сверху. Кто здесь? Ух ты, ты кто? Analyzing ballistic evidence. Weapon recognized. Semi-automatic pistol. Да к чему мне баллистика?
Мне бы узнать, кто это. Почему он такой злой на него? Оп. Так, видимо, мне все-таки надо найти девушку. Девушка, я так понимаю, здесь в плену. И это, видимо, ее кровь. Ага. Voices. Must be one floor up. Так ты штука что сверху. Дурень. Это топчется наверху. Так. Может быть, все-таки оружие достать? Давай будем действовать тихо. Спасти девчонку любой ценой. Буду работать на поражение. Звук начинает нарастать. Меня пытаются напугать. Что ж. Что за лабиринты? Эй! Ой, простите. Здесь ничего важного. Ага, у нас же есть карта. Так. Сюда, сюда. Нет. Туда. Или нет? Видимо, сюда. Что я и сделал. Ладно. Музыка. Давай не гунди. Ага, все, сохранение пошло. Достаем пушку. Блин, чересчур. Чересчур нагнетающая музыка. Опа. Кто ты? РБ. Воу. Это типа прицел? Блин, непривычно. Да слушать или не стоит? Нет, ты мне надоел. Чё ругаешься? Убил человека, а теперь ругается. Где мой пистолет? Эй, отцепи мой пистолет. Серьезно? Очень неудобно. Он больше тебе не ответит. Так, мне нужны патроны. Я, пожалуй, достану автомат. Так, это ты, девчонка? Он уже не болтает, ребят. Не иди сюда. Опа. Ты очень... Опа. Быстро соображаешь. Stay away from me. Ты видел, я промахнулся в первый раз. Как давно не было. Парень. Вот я закоротила. Опа, на ней бомба. Что это? Ой, какая-то непрорисованная. Ладно, давай, 30-01. Спасем тебя. Эй. Что, взорвали? Блэк, я
Блэк. Видимо, я Блэк. Что с головой актера? Я не понимаю. Не актера, а игрока. Пока я особо вообще ничего не понимаю. Просто прошел по катакомбам. Спас девушку. Или не спас. Я пока не понял. Так, походу ты тоже не помнишь. Где ты очнулся? Симпатичное место. Вот, это ты в тему сказал. Red? Okay. Looks like I'm going to building B. Жду в корпусе Б. Во, уже 22 июня. А было 20. Интересно. Корпус Б. Ну или Б, как он назвал. Так, здесь что-то есть. О, это же те часы. Что они здесь делают? Спустя два дня. Ну да, я понял, это та девчонка. Да ты тоже офигеваешь, походу. Пока ничего не понимаю. Так, ладно, корпус. Вот он, корпус Б. Корпус А. Куда ведет тропа? Ладно, пойдем туда, куда говорят. Так, что тут у нас? Две комнаты и сломанная лестница. Пойдем налево. О. Эй. Кто тут? Мне не нужны гости. Рука. Не живая хоть? Да вроде нет. One matching profile. Patient 912. Patient? Я что, в психушке? Но она, походу, очень давно заброшенная. Телек. Just me, then. Включен. Значит, тут кто-то есть. Ты не один. Так. Ага, я ушел. Ко входу. Ого. Здесь даже стул электрический. Или что это? Нет, это не электрический стул. Ой, что там на экране? Блин, как вернуться? Ага. А как увеличить? Ага, все понял. Так, я пришел туда, чтобы ее спасти, да? Угу. Я знаю, что я Коул Блэк, но я этого не помню. Это как? Очень странно. Но интересно. Так, а куда же идти? Опять этот звук. Может быть, здесь? Что? Шкаф? Блин, до чего? Оу. Вот это было жутко. Я думал, там реально человек. DNA found. One matching profile. В смысле? Какой ДНК? Это же кукла. Что у нас тут? Ничего, да? Есть нормальный фонарик? Не понял. Вот это да. Вот это поворот. Сейчас быстро осмотрюсь. И можно. Наркотики требуют твоей помощи.
Ну, если читать дословно. Так, почему здесь горит зеленым? Ну и фиг с ним. Идем мне сюда. Что там? Что там светится? Блин, ладно, поехали. Присесть. Fuck's sake, come on. Да уж в натуре, что это? Что здесь происходит? Так. Видимо, девчонку тащили туда. Здесь у нас ничего не активно. Ладно, буду просто следовать пути, куда меня ведут, туда и пойду. Так, где этот? Ага. Обезьянка. Fallout, они взрывались. Тебя можно сфоткать? Нет. Ладно, просто пойдем по следам. Будем вникать вместе с главным героем. Происходящее. Что со светом? Оу. Это уже становится жутковато. Сообщение? В смысле? Вы тут меня не вините. Я тут только зашел. Ну, мне походу придется возвращаться к тем генераторам. А, да тут еще проще. Блин, но мне что-то подсказывает, что я вернусь именно туда, где был генераторный. Провода. Обезьянка. Не шали мне. Кто здесь? Кто тебя уронил? Ты ведь не прыгнешь на меня? Я не знаю, чего ожидать от этой игры. Что тут будет выскакивать? Где? Вот оно. Ну да, меня привели именно туда, где я был. Что, ты перегорел? Нужна последовательность. Ага. Тебя. 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 И тебя. Изи. Какие-то странные звуки. То ли кого-то кто-то стреляет, то ли кого-то кто-то взрывает что-то. Я так полагаю, если бы тут были люди, я бы их уже услышал. Воу. Воу. Вот это уже неожиданно. Вот после этого я расслабиться не смогу. Блин, жутковато. Ну, не особо. Наверное, меня достаточно медленно подводят к страхам, к страшным моментам. Анестетик. Нафига он нужен здесь? Это же не операционная. Так. Это твои фотки? Ну да, это то, что я фотографировал. Да ты шутишь. Я уже был здесь? Ну как бы 2 дня прошло, я так полагаю.
Что он там делал? Интересно. Что у нас здесь? Текст на экране, панель управления. Ну это да, это то, что я видел уже. Что здесь? Веревка. Видимо, мне надо прочитать этот огромный листик бумаги. Совершенно верно. Это именно то, что я фотографировал. Ни больше, ни меньше. Ну что? Давай прочитаем. Call Black. Читать вслух? Нет, я думаю, вы прочитаете. Я прочитаю очень быстро. Точнее, я прочитаю и быстро перескажу вам. А вам, если интересно, можете поставить на паузу и прочитать. Куда нам дальше? Видимо, наружу. Так вот, из записки. Воу. Расскажу попозже. Воу. Кто ты? It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. Да с вами забудешь, как дышать. Бум. That's it. Ах ты гад. Ты включил газ. Козел. Блин. Ну и все. Похоже, я вырубился. Так вот. Я Кол Блэк. Вернулся из армии. 7 лет назад. Начал дико бухать, наркотики. Но потом я стал наемным убийцей. Причем, похоже, очень хорошим. What the fuck? Телек? Hello? That's it, Mr. Black. Relax. Breathe. You're back with us. Это я? Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! Calm, Mr. Black. That's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your treatment. All very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. Это мужской и женский голос, ты какой-то странный. You may call me Red. You gas me. There was something before. Да, расскажите That's мне. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Что за устройство у меня на голове? Я прям напичкан устройствами. Что ж, будем разбираться. Так. Заданий нет. Так вот. Я противоречивый убийца. Как это понять? Я чувствую угрызение совести после убийств. Так, это мой пистолет. И чувствую, когда я его возьму, что-то произойдет. Wait. Wait. A gun. Так. My gun. Consider it security, Mr. Black. На тебе. Trust. How can I trust you when you knock me out? Я тебе and не put верю. This thing on my head. To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? And who was the girl? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what? Hello? В смысле, я подключен к какой-то ерунде после взрыва какого-то, где я спасал девушку. А, наверное, все-таки она взорвалась. И меня неплохо так контузило. Вы пытаетесь раскопать, да, из моей головы, что там было? Так, значит, я наемный убийца. Но я же убийца. Почему я спасал? И почему не течет вода? Прикольно. Ух ты. Ага, все-таки, наверное, стоит поизучать. Что ты? Это те самые очки? Analysis complete. Memory unit RR003. Code name Pandora Savant. Looks like the same thing I'm wearing. Откуда ты знаешь?
Ты же сам спрашивал, что это за устройство. Следите, падлы. Я вам не верю. Хотя не знаю, я же сам пришел. Что это? Ух ты. Как много всего. Пожалуй, я не буду это читать. Тут был пациент, видимо. Я не могу. Приблизить я не могу, да? И открыть я тоже не могу. Что ж, а осмотреть? Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Ух ты. Это что, это психиатрическая лечебница? Тогда что я здесь делаю? Что еще раз? Ну, даже не знаю, человек или не человек. Кто ты? Стоит ли тебя отрывать? Ты живой, я вижу. Какая странная комната. Какие-то вырытые вещи. Вещи, говорю. Ров посреди комнаты. Мне становится интересно. Что это у нас? Пациент. Маниакально-депрессивный психоз. По тебе не скажешь. Ты как продавец на рынке, обычный. Сильное депрессивное расстройство. Но ты похож на таксиста. Кто же у нас тут? Алкогольный галлюциноз поклоняется повелителю кукол. Ладно, пожалуй, ты реально псих. Это ты, наверное. Или нет? Ну вот ради интереса. Пациент 746. Но здесь не написано. Обалдеть, он тут с 97-го года. Ладно, пойдем изучать дальше. Здесь никого. Ух ты. Ты у нас тут давно? Тоже с 97-го. Мы что, тут в одно время появились? Ну-ка расскажи о себе. Кто ты? В смысле? Ты ж светился. Ага, надо подальше отойти. Не понял. Ну как, вот же. Четыре зеленых огонька. Match found. Leonard Shelby, 31. Без вести пропавший? Нифига себе. Тут уже место. Ну, продолжу свою мысль. Я не знаю, когда это было. Сентябрь 2000-го. Я знаю, что он появился здесь 3 года до сентября 2000-го. Ладно, пойдем изучать. Нет. Эй, Фред, over here. You got out. How did you get out? Oh. You can't leave me here. Just hang on. What's going on here? Ну-ка. Настоящий живой человек. The switch there, it opens this door. You have to help me. Слушай, каким бы ты странным не был, но ты какой-то нормальный, не знаю. Стоит ли тебя отпускать? Или сначала подумать, изучить? Блин, я рисковый, пожалуй, я нажму кнопку. Слушай, друг, да тут все закоротило. Прощай, да? Что это? Это моя камера. Куда? Кто? Ладно, не нервничай, друг. Я вижу, ты адекватный, но...
Реально бешеный. Так, а это похоже про клинику. Пожалуй, я тоже прочитаю, вкратце вам расскажу. А вам, если интересно, можете поставить на паузу. Итак, что интересного я узнал из этой статьи? Так это то, что клиника управляла два человека. Любой поступок приводит к последствиям. Может быть, стоит его отпустить все-таки. Вот это да. Похоже, я сделал необдуманный поступок. И поплачусь за это. Ладно. Что сделано, то сделано. Значит, я не понял, как правильно открыть его. Так. Здесь никого. Видимо, никого. Воу! Ты серьезно? Блин, прости, но ты сам выпрыгнул и напугал меня. Я дал тебе время остановиться. Но ты не сделал этого. Опа, лестница вниз. Я не стал бы тебя подпускать. Ты уж прости. Так, что у нас тут? Еще одна статья. Ох, давайте я прочитаю. Интересно. Так вот, этой клиникой управлял два человека. Я так полагаю, мужчина и женщина. Но главным фигурировал доктор. Доктор. И я забыл его имя и фамилию. Ну и бог с ним. Так вот, он ставил опыты над людьми. Точнее, он думал, что он их лечит. А лечил их он удалением всякой ерунды. Как казалось, ему ненужной. Это зубы, простите меня, всякие органы, ну и прочая ерунда. Соответственно, никто не выжил. Ну что вы за люди, а? Я только зашел, а вы уже. Соответственно, люди не выживали. После он начал применять ЛСД. Ну и конченые психи сами себя убивали. Спасибо. Я знаю, что я хорошо стреляю. I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please proceed. Да кто же ты? Интересно. Так вот, методы ЛСД тоже не помогали. Ну и клинику закрыли в 99-м. Очень интересно. А еще в 2002 или в 2003 здесь снимался фильм. Иронично. Интересно, здесь кто-то был? Или я в прошлом? С 98-го здесь. Ну, для прошлого у меня очень высокотехнологичные вещи. Еще один псих. Давай посмотрим, что с тобой. Сообщение. Это интересно. Без вести пропавший. Так, что за сообщение? Открой. Да не сканируй ты. Ты открой мне сообщение. Ты бросил меня, но я не нашел путь. Проход открыт. Кто это шлет? Что за... Блин, может тебя можно открыть? Воу-воу. Блин, да я ничего не сделал, друг. What did you do, Mr. Black? Understand, your actions here will have consequences. Блин, да я просто...
Я просто нажал кнопку. Sorry, what? You damaged that circuit while toying with the fuse box earlier. Cause and effect, Mr. Black. That's why you're here. Action, reaction. Past and present. Please, proceed. Proceed with what? Fuck's sake. Похоже, главного героя это смущает больше, чем меня. Интересно. Это какой-то эффект бабочки. You truly are the diligent detective, Mr. Black. An admirable quality that will come in quite useful. А это разве не путешествие? Вы не пойми, куда меня засунули. The more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Блин. О. Надеюсь, я сам к ним пришел. Ah, the Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Подожди. Slow, even breaths. Patience, Mr. Black, calm. Focus. It'll take the memory unit a moment to calibrate. Хорошо, я буду играть по вашим правилам. Но пока я ничего не понимаю. Пока я не знаю, доверять ли вам или не стоит. Так, что это за место? Это девушка. Видимо, это та девушка. Что это? Какой-то журнал. Роджер Говард и оружие будущего. Что за карточки? Президент компании. Визитки. Ничего особенного. Что это у нас? Фон какого-то здания. И это, собственно, тоже. Что у нас здесь? Ну ладно, это просто газетная вырезка. Что ж, все-таки, видимо, нам сюда. И опять вырезка из газеты. Какое-то оружие будущего. Что это за Роджер? Давайте осмотрим. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the Corner Gun, which apparently you remember. Почему же они были? Их уничтожили? Или 2009? Блин, я забыл. Какой год был на том? В том месте. Вызов. Is this real? The answer is slightly more complex than the question, I'm afraid, Mr. Black. It's real enough. For now, just relax and explore. Okay. Still the prototype. The corner gun. Highly likely. We believe someone hired you. Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a rival company, FDG. So one company hired me to steal from another. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... And relax and explore. Yeah, I got it. Так, значит, я просто гуляю по своим воспоминаниям. Здесь мне ничего не светит. 3001, может? Ну, ради интереса. Ага. Он не даст нажать. I appreciate your curiosity, Mr. Black, but I'm afraid you'll have to let this go for now. Ты кто? Я путешествую по воспоминаниям, по своим. Меня наняла одна компания, чтобы я украл прототип оружия у другой. Надеюсь, я правильно мыслю. Если нет, то поправьте меня.
Закрыто. Соответственно, мы тоже ныряем сюда. Здесь у нас нифига не видно. Блин, почему такие темные игры стали делать в последнее время? Так вот, я убийца, который ищет прототип. Причем тут была девушка, я этого не понимаю. Видимо, мне это расскажут. Ну, давайте разбираться дальше. Ищем прототип. Или что-то похожее на прототип. Ты прототип? Нет. Может быть, это лампочка прототип? Тоже не похоже. Воу. Сканер с помощью. Сканер. What the fuck is that? It's quite simple. We programmed in a simulator projection of your real-life scanner. It will help you make sense of any inconsistencies in your synaptic recall. Your memories. Ну вот это круто. Он с врагами так может? Все-таки мне интересно, что там. Соответственно, ничего. Интересно, здесь ничего не видно, а тут можно приглядеться. Ладно, пойдем туда. Куда меня ведут? Сколько же я играю? Я уже даже не замечаю, сколько я играю. Чтобы не затянуть. Все-таки интересно. Интересно поиграть дальше. Так. Индикатор начинает гореть. Блин, ну если это симуляция, вы хоть сделали, чтобы меня не убивали? Как в Assassin's Creed? Что, еще сегодня включил? Ага, надо все вывернуть. Чтобы... Что-то я, походу, все сломал. Нельзя просто вышибить замок. Ну, вот так вот, ради интереса. А он открыт. Ты дурной, ты можешь и колду отодвинуть. Ой, дурак. Ну ладно. Раз воспоминания, так воспоминания. Ну и... Может быть, тепло? Так, давай попробуем здесь. А, тут еще наверху они... Тебя открыть? Ты нагреваешься, да? Ты тоже нагреваешься. Так. Включаем логику сантехника. Включаем все горячие трубы. Ведь правильно? Я, к сожалению, не сантехник. Но оказался прав. Там. Блин. Да он дурак, он не мог открыть замок, который висит на одном боку. Ну или как назвать его. Так, куда дальше? Блин, ну тут же... Что это? Это твой дневник? Прикольно. Так. Почему здесь светится лампочки? Может быть, что-то можно открыть? Ага, мне туда. Ладно, попробую сюда зайти. What's going on? Something feels off. Yes, you appear to be experiencing a slight temporal anomaly.
You're remembering events in the wrong order. It's just your mind trying to make sense of it all. Perfectly normal. Whoa. Что-то меня не устраивает. Просто идешь вперед. Воу. Жуть. Беги. Беги, Форест. Беги. Ладно. Окей. Грейс. Грейс, это девушка? Ух ты. Это уже интересно. О, это же моя пушка. You remember how to use the weapon? Not really. Конечно. Why don't you approach the firing line? В смысле? Зачем вы меня ведете по пути убийства? Шут 90 градусов. Bend left, right. Так, его можно выгибать налево и направо. Я понял. All coming back to you, I see. Kind of. It will soon enough. How much did you know? Ну, это изи. Кто такая Грейс? Мне не нравится эта пушка, честно. Crouch and она у меня на полэкрана. Да, но обучение, для обучения вы уже опоздали. Меня уже успели взорвать, я уже успел напугаться. Ну и я присел. Присел. Посмотрите. Куда? Ух ты. Где он есть? Подожди. Где? Так кого я убил? Тебя? Блин, ладно, с этим я разберусь позже. Грейс, что случилось? Кто такая Грейс? Ага, я могу двигаться. На тебе. Ну и? Путь открывается. Да не дыши ты так. Просканировать. О. Все. Мы закончили. Опять что-то не так. Так. I'm back in the ADS building. Так, это есть. Technically, you're not even there, Mr. Black. Ладно, друзья. Думаю, на этом стоит закончить, потому что уже прошло достаточно много времени с момента записи. С момента начала записи. Я думаю, следующая серия выйдет совсем скоро. Всем спасибо. Подписывайтесь, смотрите меня, ставьте лайки. Поддерживайте комментариями. И всем пока!